212. Титан. Опять банка. Плохой старт с виду. Так. Q6 ВУ. Элдокс. Побегаем маленько. Опять же, можно попробовать D4 бак сделать. Хотя, может быть, и не сделаем. Посмотрим, насколько будет интересно этому давать. Да, ультрасекретка сразу есть. Руп. Где же мой Acid Baby, когда он так нужен? Так, можно пойти тогда в Кёрсу довольно дешево. За пол хп. Бля, ты серьезно? Да, этому хорошее дают. Как будто банка-то и не нужна. А, охуеть. Кстати, интересное расположение, я бы хер бы такой нашел секретку, по-моему. Очень странное расположение. Так, ну я это забираю либо ключом, либо полетом. Я как будто уже просто не хочу уже банку нажимать, по-моему. Либо если нахожу хороший босс-айтем, то может быть тогда нажимаю банку и забираю хороший босс-айтем и... Да, или просто нихера не делаю. Experimental pill. Не. Видимо, банка просто не жмется, наверное. Пролезть? Нет, а как я пролезу? Мне ж не плута. Это 4 уменьшения, чтобы пролезть можно было. Привет, Вурда. Привет, Нордеус. Привет, Трейс. Полетом можно просто сквозь блок пролететь, там же... Там же был пустой блок, нет? Там же был каменный блок без этого, без ключа один. Да, там можно пролезть. А вообще нет, если бы не было бы ключа, и были бы только блоки под ключ, то полет бы не помог, да. А сейчас я могу проверить, что дают с банки. Чисто по приколу. Дают. Нет, банки полных не дают. Это точно бред. Годхед того явно не стоит. Это мы же марку подсунули. Тирохоров. Так, а где первая секретка? Может быть здесь? Хорф. Прекрасно. Поменять. Я мог бы, наверное, забрать коробку, но уже, видимо, нет. Надо будет другую найдем. Привет, креветка. Очень хороший билд. Просто офигеть, старт, конечно, мощный. Альтер трекер будет врать. Будет неправду показывать. Короче, айтемы, получается, после бэкстебера идут. Все лишние. У меня нету инфы. У меня, короче, нету вон 4 айтемов после инфами. На самом деле. Это все обман. Нет, банка это не гарантированная сделка вообще. Банка никак не влияет на сделки. Привет, Карлон, привет, Серега. А, Godhead, ну Godhead просто получил
Рандомно. Не, ну в теории, да, не, я, конечно, мог, типа, да, с банка остаться, чтобы сделку получать, но... Не знаю, мне кажется, это какая-то хуйня. Тем более мне уже дали хорошую активку, которую я с собой хочу забрать. Ну да, да, не, это можно было, да. Я знаю, что это можно было делать, но нет. Я лучше книжку оставлю с собой. Книжка хороша. Ну, в теории, да, можно было переходить, типа, на файте с боссом, на банку. Точно была сделка. В принципе, да. Так, это нажимать вниз. Ну, это с собой можно забрать, может, потом скорость будет. Второго. И по скидке. Ну, как будто мне не нужен баунсинг. Вообще работает с глазом этим? Может быть, он и работает, но... Я думаю, все же возьму тирейт и хп. Да, наверное, я готов скипнуть. На этом рума здесь. Так, яйца, наверное, неплохо бы зашли. Если можно так выразиться. Привет, Pen Digital. Тут я же не был, да, еще? Не, не был. И секретка первая. Какая-то. Теперь еще карту не вижу, теперь тем более я вряд ли найду. Так, ну ладно, одну эту руну можно скипнуть, и это ничего страшного. Тут камень есть, но с камня я вряд ли получу столько много денег. Надо 5 копеек, да, получить. Это очень странный этаж. Но может быть и здесь. Блять. Тут нихера нет. О, фиг. Блин. Темно еще и с этим глазом. Еще темнее. Совсем темно. Убили. Специально же не хотел убивать. Все долетело. Опа. Приятно. Так, вообще карта меня, возможно, даже маленько интересует. Я пока карты не нашел никакую на зверя. Проверим, что за карта. Judgment. Не может такого быть, Соломенс. Да, с Голдхедом можно сделать шанс на ангела. Если ты найдешь Голдхед не на сделке. Если ты получишь Голдхед не на сделке, то у тебя может быть шанс на ангела. Если ты типа не залочишь.
Годхедом. Просто обычно Годхед ты берешь на дьяволе. И этот автоматом сделку лочит. Поэтому обычно ангела нету. Ну даже там в теории можно найти дуалити какой-нибудь. Так что все еще вариант есть, пусть и слабенький. Эту Ирдану. Блин, столько всего, а нужен полет. Или очень много бомб. Ни того, ни другого нету. О, погоди. Погоди. Файт охуенно, блядь, атака. Не уходит денег или нет, интересно. Бля, это прикол. Ему реально, может, хватит? Подожди, ему, по-моему, уходит денег. Он съебется, по-моему, сейчас реально. Нет, тебе реально мало? Тебе надо еще денег? Ты что, охуел? Сос, блядь, охуевший, ему еще денег мало. Пошел нахуй отсюда, урод. Уета. А сколько этому ебану денег надо? Уеть. Там я 10 получил минимум, по-моему. Еще, блядь. Не надо. Я думал, там монет 10 надо, это хуета уйдет. Ай, ну и долбоебская механика, конечно. Там деньги забрал. А в принципе, что я выкидываю? Может, что и другое пригодится. Господи, глаза вернули. Хоть что-то вижу снова. Утро доброе, блядь. Вечер добрый, блядь. С Рождеством, блядь. Добрый, блядь. Блядь. С масленицей, блядь. Бомба недобрая. Соболезную, блядь. Смерть. Спасибо, Лиси, 50 Патрэндж. Привет, Патрэндж. Привет, привет, Машрум. Это еще минус скорость. Ну, плюс скорости. Уйди отсюда. Увидел? Видел. Говнодрист. Привет, Дрим. Привет, Меркуриал. Ну, походу, был год, это и не нужен. И так все сделки прокают, офигеть. Почка может, в принципе, еще активироваться. Красный еще остается. Хотя, кажется, но маловероятно. Там автомат был. Можно попробовать. Еще ключ нужен. Не, в принципе, я, конечно, могу скипать этому Руме. План вроде так хороший. Выбить свой любимый Марс.
Хочет пробовать с этой штуки. Прятки всякие. Самый сложный путь на Эдене. Даркрума. Даркрума самая опасная цель для старика. Вернее, тут как сказать. Мать, по идее, самая опасная, потому что там ластом играть надо. Сколько-то. Но по факту самая цель сложная — это Даркрума. Потому что там финальные два этажа просто... просто ебля жопы. А на матери только второй этаж сложный. Ну, третий этаж сложен. Когда идешь за ножом, там больше ничего нет сложного. Скидки. Уже максимально тирает. Ребусы. Ну, ребусы, да, ребусы это да. Это есть, конечно, с этим тоже проблемы. Блин, всего одну хп. Пробрать можно. Спасибо за 200 на ним. Таблетки. Дорого, я особо есть ничего не могу. У меня скорость говна. Рейндж тоже я не могу, по-моему, особо понижать. Максимум... что спит удача, может быть. То неизвестно. Думаю, не хочу я таблетки покупать. Лучше деньги поберегу. Походу мы скипаем этому руму. А, я еще не нашел секретку первую, кстати. Он же здесь, правильно? Он здесь. Ну явно здесь же. Особо даже обычная версия будет. Это даже не гача версия. Охуеть. Блять, а я автомат взорвал. Сука. Я же взорвал, да, автомат? Блять, зря автомат взорвал. Можно было еще потыкаться. Эх. Привет, Фуксинти. Попустили на бусраж. Скорее всего, нет. Ёпта, как это... тот жил, даже не понял. Так, тут автомат есть. Ладно. А, да. Ну, кстати, это окей, тогда... тогда я даже готов на это пойти, наверное. Девушка. Буду парад фолс ПХД дальше продолжается. Опять нас фолс ПХД кормит. Хотя в этом забеге не так сильно кормит. Это вчера был забег смешной, у меня, считай, весь дамаг был с фолс ПХД за весь забег. Так, у меня опять ключей ни хрена нет. Господи, Мейс, перестань меня телепортировать. У меня уже голова как-то хуйни кружится. Чё-то телепорты. Уже почти заслужил хуйню эту. Планетарий, нет? Тут уже почти пора. Будто уже пора. Блин, лампочка хорошая так-то. Но дорого. Пиздец, конечно, 15 копеек. Едь за лампочку. А, да. 21 копейка за звезду. Ну, такое себе, потому что я на зверя иду. Блин. Опять хуёво, что рано на зверя.
Буквально почти бесполезно. Ну ладно, дома будет. На доме хотя бы польза будет. И сейчас еще два этажа тыкать. Обидно, что она типа не идет на подъеме, типа от босса к старту. Было бы лучше. Спасибо за 200 аноним. Интересное предупреждение, ладно, буду иметь в виду. Так, а нахер я с собой таскаю квешн-карт? Это зря. Это очень даже зря. Мне надо с собой таскать. Так, я же еще, да, одну этом руму скипнул. Блять, ненавижу этих ебаных жополизов, сука. Какой же, блять, кринж. Как, блять, много слез, ёб твою мать. Так, по карту погоди. Представляешь, тут нет уникальных фраз каждый стрим. Когда мы играем в одно и то же 10 лет. Удивительно, правда. Пока еще рандомайзер не заменил стримера с уникальными фразами. Уникальную комнату находим, да. Которую я забываю каждый день. Это удобно. Так, теперь я точно, видимо, не получу планетарий. Ну хотя я могу просто забить хер здесь на этом руму и просто пойти дальше. Вообще, наверное, в этом мавзолее будет планетарий, я думаю. По-моему, должен быть. Я почти успел все равно, смешно. Нет, буквально чуть-чуть не успел на босс-раш. Чутка не хватило. Чуть-чуть не успели. Это еще, возможно, реализуется как-то. А, ну да. Спасибо, Мейс. Еще раз. Ай. Не кусайте. Заряд каждые 15 киллов на Белиал, на зверя неприятно. А кого там убивать? Ну, может быть, два раза бы оно прокнуло на пару зарядов, не знаю. Типа там только на втором всаднике много мух. И, наверное, на смерти много этих коц. И черепов, может быть, за них дадут. Как-то похуй, по-моему, не знаю. Как-то плевать. Может, что-то все-таки получше еще найдется. У нас еще один магаз, как минимум, в запасе. VIP-магаз будет точно. Может, что-то еще будет. О, деньги дают. У меня нету Godhead'а. Это обман. Это моя стартовая банка, я ее нажал один раз. Так что айтемы, начиная с инфами и заканчивая кубиком, их нету. У меня их просто нет. Трекер не умеет их убирать, к сожалению. Здравствуй, Артём. Вау. I'm your Venus, как говорится. Как там дальше было, не помню. Даже не Марс. Даже вовсе не Марс. Так. Мне магаз нужен точно. Магаз пропускать не надо. Надеюсь, он по дороге будет. Он нихера не по дороге, естественно.
Естественно, магаз опять надо искать. Обожаю эту херню. Обожаю эту херню. А чё это таблетка? Где? Экспериментики. Ну, ХП у меня есть, ладно. Блядь, гений. Соскочил палец. Ладно. Нам, по-моему, ничего особо не угрожает. Блин, та же просто говно. То есть реально вся дорога к боссу вся пустая. Ничего по дороге нету. Опять где-то искать придется. И заставляет их искать всякое. Ты же, сука, вроде был под этим. Очарованием. Какого хера? Нихера не спасает. Спасибо еще 200 патронидж. Классик. Ай, бля! Хуя бахнула. Аж испугался. Не, ну это реально классик. Ты даже не поспоришь. Так, я... Протошка же не удаляет костяные, да? То есть я все равно не сделаю синий хп, так что забей, наверное. Мыслом. Так, Nightlight брать не надо. Рона. Сколько она мне даст? Это на постоянку будет. Наверное, это лучше. Наверное, это лучше. Возможно, это лучше. Найс, перестроение. А, недалеко улетел. При этом, кстати, можно взять и это. What the fuck. Мощные алерты сегодня. Спасибо большое за 500 рублей, Зоглера. За хорошего стрима. Как без песни. Спасибо. В смысле, сбился. Я говорю, мультики вроде тоже нормально. Правильно, потому что они хилят. В принципе, деньги уже вроде некуда тратить. Хотя бы хилка будет, если что. Хотя бы на пол хп. Да, начинай на пол хп. Там все равно, чтоб полная хп, что половина хп. Суть одна и та же будет. Так что вроде прикольно. Так, а чё я скипал по итогу? Я скипал до хера всего, да, ведь? Я не помню, какие даже я скипал. Ну, тут скипал точно, Депс 2 скипал точно, да? Депс 1, по-моему, тоже скипал. Я помню, какие два скипал. По-моему, 3 тоже скипал подряд, да? Начиная с Кейвс 2, я, по-моему, все скипал. Правда же? 3 тоже я скипал, по-моему, 3 тоже я скипал. Ну, может быть, 2. Та-т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 а
Ну, кстати, можно съесть. Карта неинтересная оказалась. Все проверяй. Блин, все проверять долго. Неохота все проверять. Пам. Орбиталка сделал дес-лист. Кстати, смешно, что Буберти есть с Фолс ПХД. То есть все еще можно холса получить с плохих таблеток. Пускай странным образом. То есть ты все еще можешь получить хелсап через три пуберти. Почку, да, с почкой дело что-то не пошло. Ладно, что поделаешь. Хотя вообще забавно, что я могу почку прокнуть, кстати. Есть способ, но это очень кринжовый способ. Я могу через блодбомбы прокать урон. Но это прям кринж. И у меня бомб много. Бомбы терять я не хочу. Здорово, Слепингай. Привет, Юноволк. Бомбы терять я не хочу. Бомбы вроде все же полезны.
treating me like this. I'm leaving. Good. Leave. We'll be fine without you. Abandon us. Что падает бомба? Я думаю, это опас не стоит. Если было бы мало бомб, тогда да. Тогда, наверное, можно было бы. А так мне бомбы еще пригодятся на этом. На догме пригодятся бомбы. Что-то не знаю, мне догма прям что-то это зашла через бомбы. Я, по-моему, недавно начал ее проходить бомбами. Первую фазу. Буквально, может, месяц. Даже, может, меньше. Что-то для меня просто очень, очень долго это доходило, что это выгодно реально. Тупо бомбы на ней использовать на первой фазе. Прям кайф. На там, по-моему, 10 бомб и все, и смерть, по-моему. По-моему, у нее 1000 хп, наверное. Потому что, по-моему, там 10 бомб уходит ровно. Что неплохо. Тэпс один? Не знаю. Скипнул. Да уже плевать. По-моему, уже плевать. У меня так DPS нормальный уже. Сейчас, если будет звезда на догму, так что мне бомбы тоже не особо нужны. Кстати, нету мультиков. Мультики же не идут. Тут нет уже катсцен. Сейчас катсцена будет только, наверное, перед домом, да? И все. Тут нет вообще экранов загрузки на подъеме же. Так что даже если бы я хотел... А, сегодня, ну типа да. Тогда, наверное, да. Отчасти все еще правда. О, импресс. Отлично. Это усиление. Вот. В принципе, все еще не смотрю, это правда. Очень хороший билд. Кайф. Хорошее начало. Привет, писал про вылет из Эриков. Помогло перезайти. Кайф. Знаешь, игру типа там часто бывает такое. Что если игру не перезапускать, то да. Бывает, там игра с ума сходит от модов. Не так плохо, по принципу, можно было даже не врать. Ничего бы не поменялось. Бля! Эти мухи быстро умирающие. Страшно. Ну, давайте мультик глянем, ладно. Хотя бы один. Сейчас будет телек, да? А, тут босса... Чё? Почему нету телека, типа? Я бью босс-телек. Серьезно? Или там догма? Хм. Скучно. Мне, по-моему, дал Deathless этот, как его. Он, по-моему, дал дальность, да. Обожаю, когда чаром прокает на телек. Вообще не понимаю, куда доджить тогда. Когда он сам в телек бьет, сам в себя, считай. Странная херня. Здорово, старуйся. Ну и все. Тут звезда заканчивается. Я не знаю, почему не сделали так, чтобы она еще на дверь шла.
Вот на мате они, блядь, переделали, сука, что он на мате эти может. И даже, блядь, на Мегастена. Но, сука, почему-то не на зверя. В чем, блядь, логика? Или там было бы слишком, наверное, легко, возможно. Типа там файт довольно статичный. Может, из-за этого. Но реально, по-моему, только вот этот файт. Считай, типа, где звезда ничего не делает. Только здесь. Что все остальное они все переделали. Просто все переделали. Потому что ни на мать, ни на Мегасена, по-моему, она не ходила раньше. До переделки. Теперь сделали. По-моему, кстати, на Хаша тоже она не шла, кстати. Кстати. Кстати, да. И на Хаша тоже ее, по-моему, не было. То есть они реально там сделали, по-моему, 4 цели новых для звезды. Так что это прям забавно, что они это не переделали тоже. За Магаза и Трежера по пути, скорее всего. И Магаза Трежера. Просто с спецом сюда не стали тащить звезду, потому что это было бы слишком поломано, наверное. Этот файт был бы очень легкий со звездой. Полагаю. Она бы где-то тут бы стояла бы по центру, тут просто стоишь и чилишь. Тут файт на самом деле очень статичный, по факту. Не так надо много двигаться в среднем. В большинстве ситуаций. Файты, кстати. Ну, блин, какой-нибудь дилер я бы не сказал, что прям легкий всегда. Там все же слишком много движения. Там все же от билда зависит. Она, конечно, упрощает жизнь, потому что она, во-первых, тебе урон. Как бы это позволяет и не получать иногда. Ну вот на звере это прям был бы топ айтем, конечно. Если бы она сюда бы ходила, это был бы просто мега айтем. В любом случае. Но, видимо, этого не будет. Прикольно. Ты из-за чарма, да, он такой развернулся, ну ладно. Чарм бывает маленько срет. Но благо хотя бы не сильно. Вот, спасибо. Нитки раскидываем. Шейх на стримере. Я сегодня уже этого накормил. Бомбина, он нихуя не дал. Урод. Там монета была, которая золотая. Он ее, сука, раз, по-моему, 10 взял, если не больше. Нихуя не дал. Я охуел. Я думал, сейчас точно получу с него, этому уйдет. Идиотская механика. Никогда больше не буду его кормить. Капец, он жадный, блядь. И напормишь, блядь, такого. Жадного. Все мало ему. О, чуть-чуть, почти не успел. Давай-ка уже это заканчивай, слышишь? Ведь было дольше, чем я ожидал. Мы же второй круг начали. Здорово, друг. Ну ладно. Доброе начало сегодня. Идет ГГ 212.